Добрый день, мои хорошие, добрый день, уважаемые подписчики. Снова с вами Николай Сомсиков, агентство недвижимости «Титул». Сейчас я вам покажу дом, где ниже в описании укажу стоимость, общую площадь и количество земли. Сам дом находится в Краснодарский край, город Белореченск. Смотрим. Так, друзья, ну смотрите, вот хочу показать вам вот такой дом. Люди купили, пожили и уехали обратно в Питер. Ну, это как моя помощница сказала. Ну, на эту траву не обращайте внимания. Видно, что тут никто никогда ничего не косил. Видно, что когда-то это был единый участок. Хату отдельно продали вот слева. И вот видите, с проездом. Видно автоматические ворота. Радует, что здесь прям выходите недалеко. Асфальт, магазин, до школы, до садика пешком 15-20 минут. Я сейчас говорю пешком. Если что, он спокойно сели на маршрутку. Она прям тут проходит и поехали. Дальше. Сам дом блочный, обложен вот таким кирпичом. Двор нигде он не забетонирован, чтобы это понимали. Давайте этот ракурс сейчас посмотрим. Газовая труба подключена обязательно. Вон видно газовый счетчик. Ну, домик симпатично смотрится. Я даже знаю, какой застройщик его строил. В принципе, он очень хорошо строит. Мне, по крайней мере, нравится его качество фундамента, стен, кровли и так далее. Мы видим с вами вот такой навес поликарбоната. Навес нормальный, на два автомобиля смело. Вот обратите внимание, блин, ветерок дует, конечно. Так, сейчас дверцу, чтобы не закрылась. Сейчас поправим. Сейчас, секундочку, друзья. Так, давайте по поводу навеса. Смотрите, здесь спокойно два автомобиля поместится. Пожалуйста, ну вот я имею в виду под навес. Если, например, вы не хотите, чтобы именно автомобиль вот тут стоял, пожалуйста, вы можете вот где ворота открываются, спокойно сделать либо навес, либо оставить как есть. И спокойно это все будете... Вот, блин. Сейчас. Хочу, чтобы было открыто. Не дает мне она поснимать. Сейчас мы ее сейчас чуть-чуть по-другому сделаем. Вот так. Так, теперь смотрите, земельный участок, в принципе, большой, нормальный. Вон видно хозпомещение какое-то. Но у меня ключей от него нету. Ну, говорит, что типа мини-банька. Какая, без понятия даже. Вот, ну, радует, что уже хозяйственное помещение есть. И вот смотрите, вот дом выглядит именно вот так. Вот так он выглядит. Снаружи выглядит нормально. Вон белевые веревки. Мы видим с вами участок нормальный, друзья. Вот что-что. Для города, опять же говорю, для города, это нормальное количество земли. Отмостка, вон видно по всему дому, вернее вокруг дома. Вывод у нас, вон я вижу холодной воды, это уже классно. Ну, вдруг будете поливать огород, не вдруг, а будете по-любому. И вот видно, чтобы вот соседи не было видно, да, допустим, сделали вот с поликарбоната. Ну, давайте сейчас зайдем внутрь и посмотрим, что у нас внутри. Смотрите, вот такая у нас прихожая. Прихожка хорошая. Мы видим с вами шкаф-купе. Что касается шкафов, всей мебели, друзья, мебель вот эта вся остается, вот которую вы увидите сейчас в доме. Кстати, купейные двери хорошие, натяжные потолки, двери хорошие стоят, ну, по крайней мере, для меня. Так, дальше, смотрите, вот это котельная. Мы видим насосную станцию, скважина, теплые полы там, где плитка. И, конечно, газовый котел, который уже газу подключен. Вот обязательно. Я показывал вам газовый счетчик на улице. Дальше. Туалет, ванна совмещенный. Мы видим ванную. В этой части полотенцесушитель. Унитаз, раковина, стиральная машинка. В принципе, все помещается. Естественно, на полу плитка и, конечно, у нас плитка на стенах и натяжной потолок. Так, касается, смотрите, друзья, сразу говорю, вот, чтобы видели, вот тут в этом месте трещина. Ну, новые дома,
они все равно есть свойство чуть-чуть садиться и будет где-то как-то так. Как я всегда говорю, что дом построил, полгода пусть он постоит просто так. Дальше. Вот здесь вот такая дверь стоит, почему-то без стекол. Не знаю, но это не проблема. Это все продается, не проблема. Дальше. Огромная гостиная. Огромная гостиная. Тут квадратов, ну, минимум 35. Это минимум. В этой части стоит большой диван, где вы можете вот так спокойно смотреть телевизор. Ну, телевизор тут, конечно, маленький. Надо большой поставить. Мы видим с вами три окна. Это будет глухое окно. Это большое окно будет с открыванием. И с этой стороны тоже глухое окно. И, естественно, сплит-система. Ну, радует, друзья, что понятно, что натяжной потолок, необычная люстра в форме летающей тарелки. Кстати, вот мне интересно, как она светится. Где тут у нас выключатель? Мне аж интересно. Ух ты ж. А, ну давайте вот. Ну да, она так. Да, так необычно. Я первый раз такую люстру вижу. Ну ладно. На полу плитка, естественно, теплые полы. Так, теперь давайте по спальням пробежимся. Давайте... А, стоп, 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 извините. Кухня. В этой части мы видим кухонный гарнитур. Все, что вы видите, остается. Мы говорим кухонный гарнитур. Вытяжка, газовая плита, духовой шкаф. Пожалуйста, этот, посудомойка. В этой части, смотрите, какой стол стоит. И также у нас холодильник. Кстати, холодильник хороший. Хороший холодильник. Здесь радиатора под окном нету, но есть теплые полы, вот где вы сейчас видите плитку. Кстати, там тоже радиаторов нету. Дальше. Ну, давайте вот с этой спальни. Вот, пожалуйста. А, тут у нас три спальни. Первая спальня, вторая спальня и третья спальня. Давайте вот с этой начнем, а потом теми закончим. У нас три спальни, где, в принципе, помещаются вот такие, не то, что помещается, а это остается. Это у нас вот такая двуспальная кровать, обои, радиаторы, ламинат. Можно в той части поставить этот, скажите, шкаф, как я их люблю говорить. Вот. Ну и, конечно, вот окно, пожалуйста. Вот так это выглядит с этого ракурса. Натяжной потолок и, естественно, люстра. Дальше. Теперь смотрите, вот другая спальня. Ламинат. Большая кровать помещается, которая остается. Шкаф в этой части. Обои. Кстати, обои мне нравятся. Я не знаю, как камера передает, но мне нравятся обои. Жалюзи. Радиаторы. Единственное, вот смотрите, когда дом построили, надо было хотя бы полгода, чтобы дом подышал. А видите, наверное, зашпаклевали, какое-то время прошло и сразу поклеили. Ну, это ничего страшного, друзья. Это нормально. Я вот только заметил вот здесь, вот в этой комнате, везде, в принципе, и за кроватью я посмотрел, и тут, там такого нету. Все чистенько, аккуратненько. Дальше. А вот она, третья спальня. Она такая из всех светлая. Ну, знаете, жалюзи там везде пооткрывать будет нормально. Вот эта же кровать остается. Вот этот шкаф, вот этот стол, этот ламинат. Обои тоже симпатично смотрятся. Ну что, в принципе, домик неплохой. Ну, есть момент, который мне не понравился. Сейчас расскажу о нем. В принципе, все замечательно, друзья. Так, друзья, ну показал вам очередной обзор недвижимости. Давайте вот сюда лучше. Давайте вот, знаете, куда мы пойдем? Давайте вот сюда мы встанем. Давайте вот так я сейчас камеру поставлю. Тут стол будет удобнее намного. Хоть такой ракурс сделаю. Так, вот так. Ну, давайте вот так сделаем. Так, друзья, ну смотрите, показал я вот домик. Моя помощница сказала, говорит, Николай Александрович, поедьте, снимите этот домик. Я-то поехал. Я только узнал о цене, когда уже зашел в этот дом. По поводу расположения. Расположение, в принципе, неплохое. В шаговой доступности школа, садик, маршрутка прям рядом рукой подать. Как бы плюс есть, магазин тоже, асфальт рядом. Теперь смотрите, три спальни, непроходные,
огромная гостиная. В принципе, можно поставить гипсокартоновую перегородку, и как бы эта гостиная будет изолирована, это позволяет тут. Обратите внимание, кухонный гарнитур, видно, делал под заказ. В принципе, мебель тут не из дешевых. И здесь жили люди, ну, чуть-чуть. Вот видно, что вот чуть-чуть. Вот минус — это цена, которая будет указана ниже в описании, друзья. Почему я вслух не говорю цену? Вот мне говорит: Николай, почему ты вслух не говоришь цену? Объясню. Друзья, цена — есть свойство недвижимости подниматься и опускаться. Вот если сейчас скажу цену, да, ну давайте представим, цена меняется в меньшую сторону. В описании у меня одно, я говорю другое. Почему я всегда говорю: друзья, все ниже в описании. Посмотрите, не поленитесь. Кто не знает, как это делается, это в компьютере. Если вы смотрите ролик, пожалуйста, видно под роликом надпись, описание. А если вы смотрите через телефон, то есть под роликом там такая галочка, такая, открываете стрелочка, и у вас высвечивается описание, там все расписано. Ну, это так, отступление. Вот, мне не нравится цена, чуть-чуть дороговато, чуть-чуть. Вот. А так, в общем, все, что мебель вы всю мебель, которую вы видите, она остается. В принципе, все, друзья. Будут вопросы по этому дому, можете мне лично звонить, либо писать. Не забываем, что на все звонки и то, что переписку, отвечаю лично я. Вот, у меня были недоразумения, думали, что там мои помощники. Нет, друзья, я отвечаю на звонки, естественно, я веду переписку. Что касается других предложений, друзья, напоминаю, что мы также занимаемся недвижимостью не только в Белореченске, а в Курганинске, Майкопе, Адыгее, Апшеронске, Хадыженске. И имейте в виду, у нас мы начали охватывать очень большую территорию.